Одна из главных задач производства – последующая реализация продукции. Оренбургская область является примером успешного сбыта. Только с начала года было экспортировано около 650 тысяч тонн зерна в 14 стран. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Эффективность работы и правильно разработанная система поддержки аграрного экспорта являются основными элементами развития, считают организаторы семинара. Сегодня наши коллеги будут еще раз говорить о том, как правильно выходить нам на рынки, потому что Китай – это очень важный сегодня партнер, поэтому основа – это не только продукция сельского хозяйства, но и в том числе нефтепродукты, минеральные продукты. Поэтому для нас это очень важно, потому что экономика должна развиваться, и в том числе мы очень серьезно и сильно зависим от экспорта. Поэтому сегодня вот на этой учебе присутствуют представители исполнительной власти, как правительство области, это и Министерство сельского хозяйства, Министерство экономического развития, также наши и трейдеры, и сельхозтоваропроизводители, промышленные предприятия, где мы сегодня еще раз обменяемся на круглом столе мнениями, как развиваться дальше. Участники мероприятия – работники государственных органов и учреждений различных регионов России, которые занимаются поддержкой и развитием аграрного экспорта. Спикеры рассказали коллегам о стандартах работы, стратегии продвижения, поделились советами о тактическом действии развития продаж сельскохозяйственной промышленности, а по результатам обучения участники получили удостоверение о повышении квалификации.